Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы снова возвращаемся спустя больше месяца в Super Mario Bros. Wonder. Продолжаем проходить золотые каскады. Собственно, следующий уровень у нас... Так, только бы соседи не начали сверлить. Короче, начинаем сегодня с желтого Тодда, промежуточное испытание вдогонку. Называется первый на сегодня уровень. И что-то подлагивает немного. А, вот, я управление аж подзабыл немного, во. Так, монеточки появились. Вот эти вот зеленые хренюшки, они прыгают вместе со мной. И когда прыгаю я, тогда и прыгают и они, собственно. Не знаю, как пользоваться или взаимодействовать с этими врагами, но да ладно. Вот если этого убить, наверное, сток вылезет, но я не могу его убить. У меня нету ни цветка, ни и сейчас вообще ничего нет. Тут труба какая-то есть. Может быть, она нам поможет. Хотя не знаю. Ой. Уже конец уровня, что ли? Так нам реально в эту трубу и надо было, что ли? Я думал, это бонус какой-то. Так. Следующий уровень у нас в какую сторону? Ну, в ту, конечно же. Так. Вы справились с испытанием? Кто знает, может, вы действительно достойны? Ну, теперь испытания будут сложнее, готовьтесь. Чпоньк. Это, чпоньк, это... Вот это. Типа, наверное. А что еще может быть? Испытания сложнее, говоришь? Это все... Блин, они что, все такие будут? Давайте начнем с чего-нибудь полегче. И персонажа сменим. Ну-ка. А, я не в ту... Я не туда, видимо, нажимаю. Персонажа мы переключаем на синего Тодда. Все по порядку. Конечно же. Поехали. Но если будет сильно сложно, мы выберем Йоши или Кралика. За них легче играть. В конце концов, есть этот. Ай-яй-яй, господи, это что еще такое? Что это за зеленая фигня? И как мне достать туда? Ага, вот так. Нужно как-то обойти их. В принципе, это не так уж и сложно. Во, видали? Сейчас какая-нибудь фигня будет у нас. А, я неуязвимым стал. Ой, даже куча таких звезд падает. Я сейчас... И где тут сложность? Чё тут сложного-то? Где тут сложности-то? Семечко. И выиграли. Ну что здесь сложного-то было? Какие три звезды? Никаких трех звезд не было. Только вот это вот с самого начала добраться было. Туда. До вот этого... Цветка сложность было добраться, что ли? Да, это тоже несложно-то было. Нифига. Ну ладно, теперь давайте уже перейдем к... Опа. Какой-то бонус у нас появился. Сложную механику движения.
А, блин, я зачем-то пролистывал, не прочитал. Ну ладно, вы прочитать успеете. Ну вы-то сможете прочитать. У вас есть возможность поставить видео на паузу, а у меня-то нифига нет такой возможности. Так, ладно, короче. Теперь переключаемся на туалету. Передышка, бег с таймерами. Окей, окей. Там можно бонусный этот семечко заработать. Бонусные семечко. Давай, давай. Щелкать нужно. Подлагивает что-то реально игра. Вот это прям не очень даже как-то приятно смотреть. Не плавно она идет, а она выглядит так, как будто ну лагает. Не очень приятно это. Но хотя бы играть можно все равно. Да что экран-то так дергается? Еще чуть-чуть. Поспеши. Есть. Окей, следующий у нас, собственно, сначала эти персонажи, это для легких режимов. Возвращаемся на Марио, собственно, начинаем снова сначала и идем на более сложный уровень. Если не сможем пройти, то используем Йоши или Кралика. Шипастые испытания в горах. Ох, ёшкин кот. О! А, блин, жалко, уже не сможем его поймать. Ну да ладно. Эй, тихо! Что это такое? И да е-мое! А, я поймать-то успел. Но грибок потерял. А, у меня же есть еще один. Да блин! Вот я что-то обратил внимание на этот дурацкий жог сначала. А, вот, отлично. Это высокий прыжок, это после приседания долгого. Это было в Super Mario Bros. 2 такое. Американский Super Mario Bros. 2. Да что ж такое? Ну да, уровень не такой уж и простой, но мы, тем не менее, держимся. Опа, хорошо. Хотя не люблю я этот костюм. Но все же. Он нам силу придает. Так что пользуемся, пользуемся. Опа! Отведай-ка силушки. Хоботный. Гумбы что-то редко, кстати, появляются в игре. Довольно нечасто. Хотя это одни из самых основных врагов Марио. Ай, блин. Это четко я выпрыгнул сейчас. Эй, ты, блин, вот это я не думал, что она так прыганет. Все вылетело, падла. Вот так. Да не очень-то это сложно было. Сумели пройти и не сдохли ни разу. Разве что семечко одно только поймали. Ну да ладно. То, что прошли уровень, все равно факт. А следующий надо будет открывать за семечки. Надеюсь, семечек у нас хватит. О, еще один бонус появился. Вы перепрыгивали с платформы на платформу, будто занимались этим всю свою жизнь. Глаз не отвести. Как здорово, да. Сколько надо? 10. У нас хватает вполне. Но давайте вот эту передышку пройдем. Блин, опять не ту кнопку нажимаю.
Хватит, давайте Мари, за Марио тоже ее пройдем. Потом уже на Луиджи переключимся. Высь с таймером. А, ну это то же самое, только другой лабиринт уже. Да что ж ты, падла. Когда блоки начинают мигать, да уже начинают напрягать. Еще чуть-чуть, да, я знаю. Прекрасно, прекрасно. Так, а теперь Луиджи у нас будет проходить тот уровень, который надо будет открывать. Три звезды. Пройдем. Последнее испытание рельсы-ускорители. Нажмите B, чтобы спрыгнуть с рельсы-указателя. А, понятно. Теперь последнее испытание. Ваша задача обнаружить скрытую цель, которая будет финишем. Смотрите, Вова, вы не знаете, что вас ждет. Ну ладно, ладно, окей, понял. Разберемся. Преграды для наших героев нипочем. Блин, вот это, да, вот это непросто может быть. Эй! Вот это я чуть не обделал сейчас. Опа! А, он так даже может по ним кататься. Давай! О, цветок у нас вакханалевский появился. Сейчас что-то будет. Опа, мы сами стали такой вот фигней. Опа, она так прыгать может высоко. Опа. Опа. Поняли, да? Опа. Хорошо. Опа. Оп. Давай, 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 давай. Я полетел, я, похоже, упал вниз. Как печально. Я не прошел испытание это, ну да ладно. Опа! Нет! Нет! Вот это было фигово, конечно. Прыжок с подлетом. Что нам больше пригодится. Поехали! Нет, я его пропустил! Зря я прыганул тогда. Да блин, мимо этого семечка. О, чекпоинт, хорошо. Чекпоинт это всегда хорошо, блин. Гриб, 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 гриб. Он в инвентарь пойдет. Тихо, да блин! Не допрыгнул. Чекпоинт. Мы дошли до чекпоинта. Да в смысле? Как так-то, ё-моё?
Да в смысле? Какого фига? Эй, да что ж такое, а? Я все жизни, надеюсь, так не потеряю. Да блин, как ему не хватило-то? Это ж... Я слишком рано, наверное, прыгаю. Ладно, сейчас еще раз попробуем, если не получится, возьмем персонажа полегче. Да... Ой. Похоже, слишком сложно это будет. Кралика возьму я. Слишком сложный какой-то уровень. Ничего не поделаешь, блин. Да-д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 а, можете мне это не рассказывать, я уже все знаю, блин. Враги для кралика вообще ничего не значат. Блин, семечко опять пропустил. Цветочек, точнее, этот. Да блин, вот это место проблематичное очень. Не успеваешь запрыгнуть. Просто. Да блин, почему экран такой дерганный? Вообще не понимаю. А он даже не допрыгивает до нее. Вот почему я падал. Я сейчас жизни все потеряю, блин. И придется в магазин за жизнями скакать. Какой супер, я вон не могу это пройти уровень. Да блин! Я ненавижу это место. Сейчас жизнь все кончится, и я не пройду это. Придется все начинать опять заново проходить. Да. Но у нас много монет, мы можем за них жизней набрать. Ну, наконец-то, прошел уровень этот, блин. Не получив ни одного семечка. Очевидно, вам не удалось пройти финальное испытание. Великое семечко достанется только тому, кто найдет настоящий финиш. Возьмите гриб жизни, попытайтесь... Снова и снова никогда не сдавайтесь. В смысле, а почему я его не прошел-то? Так, может Йоши взять? Давайте желтого возьмем. А почему я его не прошел? Я же прошел уровень-то. По какой его причине-то не прошел? Или, наверное, надо семечко попробовать достать.
На ней про... Надо тот цветок не проморгать. Вот, так. Так, теперь надо не сдохнуть. Не долетел. Да блин. Очень сложный уровень, очень сложный. И почему написано 3 звезды? Я бы 5 звезд поставил. Если даже на легком персонаже это очень тяжело пройти, блин. Хотя на то, ну и финальное испытание, блин. Надо постараться все-таки это пройти и повыше прыгать. Я и что в первый, что во второй раз не допрыгнул туда. Допрыгнул. Тоже допрыгнул. Ага. А, тут допрыгивал. А, это я помню, тут я тоже допрыгивал. Я прошел, что ли? Салют? О, хорошо. Семечко получили. Хотя бы одно. Ну вот, отлично. Вот и второе семечко сейчас будет. Прошли испытания все-таки. Особняк великого семечка. По очереди, собственно, как всегда. Посмотрим, что здесь. Вы молодцы. Испытания золотых каскадов вас не отпугнули. Вы достигли верх мастерства. Вы справились с последним испытанием, и на этом все. Вы справились. Да, с большим уважением могу доверить вам великое семечко. Мне больше вас нечему учить. Хотя вас я и ничему и не учил, в принципе, да? Ич с компанией проявили храбрость в испытаниях. Но путешествие в Цветочном Королевстве все еще продолжается. Было ли это последнее испытание? Первым среди многих. Смогут ли они найти остальные великие семечки? Большой вопрос. И мы скоро узнаем ответ, я думаю. Ай, господи. Полетели на цветке, пропели назад цветочные острова. Сверкающий пейзаж загораживает... Ой, завораживает. Но лучше держаться покрепче. Цветочные острова, но нам на, но и нам явно надо куда-то будет еще. Да блин.
Так, еще три осталось таких, видимо. Паразиты вы хреновы, оставьте в покое моих бедных беззащитных облачных пираний. О, только не подумайте, что я боюсь. Ясно вам, да? Что происходит сейчас? Приготовление для огромного чуда продолжаются. И вообще, зачем вы сопротивляетесь, сражаетесь? Радовались бы лучше. Что-то мне все это не нравится. Что же он задумал-то? Нужно поскорее собирать великие семечки, и чем быстрее справимся, тем быстрее до Боузера доберемся. Надо подумать, осталось еще три великих семечка. Они должны быть в опальной пустыне, на рудниках грибницы и в магмовой шахте. Чтобы посмотреть на карте страны, где они находятся, нужно нажать L, затем X. Ну, это естественно. Куда пойдем в первую очередь? Это у нас куда ведет? Самобытная пещера самоцветных блоков. Давайте посмотрим, что здесь. Опа! Тихо. О, спасу сейчас цветок. Ой. Это что такое? Ух ты. Как это работает? Это, наверное, вверх пробивает. Да, действительно. О, нифига. Я спасен. Конечно, спасен. А где спасибо-то, блин? Можно вот так проходить. Обалдеть. Офигеть. Ой-ой-ой. Осторожно, тут что-то есть. А что это светится такое? Ой-ой-ой, придавит сейчас. Не, не придавит, все в порядке. Чекпоинт, хорошо. А это наверх, наоборот, бьет. Так, в инвентарь пойдет, хорошо. Так, ломаем. Опа! А куда ж деваться-то? А, можно вот так даже пробивать, нифига. А эти как ломать? Есть! Отлично. Вот это я понимаю. О, можно тут пробежать. Там что, там монеточки были. Окей, хорошо.
Так. Меняем персонажа. Поход в пустыню. Ага, это открывать надо. Давайте в пустыню пойдем. Ну, нужно бы купить, наверное. Добро пожаловать в лавки. Тут продается все. Покупаем жизни. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорош. Думаю, нам хватит. Думаю, нам 55 жизней хватит, чтобы наиграться. Идем. Так, в опаленную пустыню давайте направимся мы. В опаленной пустыне мне ужасно хочется пить. Загробастаю, пожалуй, всю воду себе. Так что, если тут все завянут, то проблемы не мои. Пустыня больше выглядит сладкой, а не жаркой. Что ж, это наша опальная пустыня. Белые дюны, куда ни глянь, даже глаза слепит. Во, здесь во дворце должно быть еще одно великое семечко. Ох, жара тут невыносимая, но ничего не поделаешь. Карту можно открыть с помощью Эла, если нужно. Так. Музычка, которая сейчас играет, по-моему, это ремейк какой-то из предыдущих игр. Мелодия. Тоже, кстати, из пустыни. Так, ладно. Играем здесь. Жарко, не говори. Ох, умираю от жажды. Куда же вода-то подевалась? Ох, к сожалению, во всем моем... В доме не осталось ни капли. Ужасный подлец, младший Боузер, прибыл в опаленную пустыню и крал почти всю воду. Помогите нам, пожалуйста. Отберите у него воду, у меня в сундуке чудо-семечко. Надеюсь, оно вам поможет. Какой ужас. Скорее во дворец, надо что-то делать, иначе воблины в пустыне все завянут. Так, вот та штука доступна только в сетевой игре, так что... Так, что тут? В опаленной пустыне осталась вода только в этом оазисе. Раньше дворец был окружен водой, пока подлец вот этот вот не украл ее. Я буду следить за порядком в оазисе. Спасите дворец. Да, что это за табличка? Если вы заблудитесь на необъятных песчаных просторах, откройте карту. А, ну это понятно. Это магазинчик. Так, куда там надо? Туда? Так. Эх. Эх, снять бы с себя вот этот вот черный костюм с странной вот такой вот сверлящей шляпой. Да, да пора плавать в этом оазисе. Жаль, некогда. Уровни проходить нужно. Заливе свинаролов в пустынной долине. Что это такое? А, это специальный блок. Подарок, что ли? Ох, ну ладно. В этом костюмчике хоть легче, чем... Чем в этой... жаркой шляпе со сверлом. А, блин. А, это батуты такие странные.
Что-то чекпоинт слишком быстро, по-моему, появился. И какой-то легкий уровень, мне кажется. Бонусы везде вокруг появляются. Опять цветок. Хотя я его и не использую-то практически. Ай, блин. С этими врагами не так-то просто. И тут цветок. Это для Марио блок был. А поскольку мы играем за Дейзи, нам ничего не достанется тут. А из него. Так, что сейчас будет? Каждое замедление. И оно явно нам поможет. И здесь в том числе. Нет, я не возьму его. Огненный цветок все равно будет лучше. Хорошо, хорошо. Так, давайте, может, еще один уровень да закончим. Ну, хотя по длительности посмотрим. Испытание значка. Взмыв из приседа. Ну чё такая высокая сложность-то и здесь? Взмыв из приседа 2. У нас уже есть, по-моему, такое. А сколько тут надо? 15 штук, ё-моё. Это что такое? Победи и проходи, Малиная арена. Вот это, наверное. Что это за фигня только что была? Они меня связывают, что ли? А, вот так можно же пробивать их под низом. Блин. А, вот так их можно убивать, ничего себе. Да что ж ты... А, блин! Как будто не огненным шаром, а кулаком сейчас это было. Вот этих врагов я первый раз, по-моему, вижу. Thank you.
А, еще один наверху. Окей, понятно. Да сколько их можно уже убивать, а? Бонусов-то уже нет. Семечко получили. Замечательно. Сколько тут еще уровней у нас? Эх, какой был мост. Я бы починил мост на весь. Какой-то я вял, у меня нету сил. Неужели вы поделитесь со мной цветочными монетками? Ну ладно, давай. Теперь я смогу починить мост. Я сейчас вот так. Так, это, так. Ага, был вялый, а бабки только помогают. Ах ты, мошенник проклятый. Ну ладно. Ну хотя ладно, за бабки мост все-таки сделал, значит все нормально. Совсем как новый. Ладно, на сегодня предлагаю закончить, а проходить этот мир будем уже в следующей серии. Подписывайтесь на стримовский канал. Ой, господи, стримовского уже нет канала, я забываю. Подписывайтесь на влоговый канал, ссылочка в описании. И вступайте в группу ВКонтакте до следующих сериях. И всем пока.